6-м международном турнире «Кубанская весна» участие примут 12 команд из Румынии, Эстонии, Израиля, Узбекистана, Словакии, Польши, Молдовы и Болгарии. Также заявлена сборная Краснодарского края. А Россию представляют сразу две команды – юниорская, дебютант турнира и молодежная. Эта команда в прошлом году впервые в истории этих соревнований стала чемпионом. В этом году планирует повторить успех. Задача турнира максимально сделать возможное, чтобы через турнир посмотреть, в каком формате развивается у нас женский футбол в регионе. И, соответственно, дать возможность сегодня на стыке и соперничестве школ развивать женский футбол. Групповой этап турнира стартует 7 марта. Сборная Краснодарского края проведет свой стартовый в «Кубанской весне» матч с румынками. Начало в 10 утра. Юниорская сборная России выйдет на поле с командой из Болгарии. Молодежная сыграет с Узбекистаном. Матчи начнутся в субботу 16:00 и 16:10 соответственно. За ходом турнира можно будет наблюдать абсолютно бесплатно. Игры пройдут на Масестинских футбольных полях. Добавлю, что турнир «Кубанская весна» проходит при поддержке краевой и городской администрации. Кроме того, это не просто спортивный турнир. В его рамках уже по традиции девушки-футболистки представляют свои страны в вечерах национальных культур государств-участниц. В том числе и таким образом турнир способствует сближению разных стран.